В нашем городе открытый кубок по пляжному регби проходит впервые. Но организаторы соревнований уверены, что регби будет набирать популярность и займет достойное место в спортивной жизни города. Соревнования наши приурочены, конечно же, празднованию Дня города, 80-летию Новосибирской области. Проводится открытый кубок города Бирска по пляжному регби. В этом году он у нас проходит впервые. Связано это с тем, что в нашем городе появилась замечательная команда по регби. И вот сегодня проводим такой кубок, который, мы надеемся, в следующем будет традиционным, будет как можно больше команд собираться. За несколько лет из спортсменов-любителей выросла команда настоящих профессионалов. Больше половины из них – жители Бирска. Очень люблю свою команду. Команда начала создаваться примерно 4 года назад, так сказать, инициативной группой. Изначально были в команде регбисты, студенты с Кемерово, с Новокузнецка. Из Бирска не было никого. Мы постепенно начали подключаться к тренировочному процессу, ходить на тренировки. Ребята именно с Бирска. И вот постепенно, 50% стартового состава команды «Дружина», отмечаем, в настоящий момент состоит из бирчан. В этом году регбийная команда «Дружина» достигла новых вершин. Бирские спортсмены не раз становились победителями и призерами соревнований. Конечно, мы выступаем здесь как лидеры. Тем более, это наш профильный вид регби. В этом году мы, думаю, очень удачно выступили. Заняли второе место на чемпионате России. На Кубке России заняли второе место. В международных двух соревнованиях заняли вторые места. Поэтому мы здесь как лидеры соревнований. И не должны дать уехать кубку в другой город. Слова главного тренера оказались пророческими. Команда регбийного клуба «Дружина» не позволила кубку уехать в другой город. Первое место завоевали бирские спортсмены. Второе – регбисты из Красноярска. Ну а третье место досталось спортсменам из Барнаула. А уже через 2 недели бирский клуб «Дружина» примет участие в соревнованиях на Кубок Сибири по регби-7.